Всем привет! Сериал «Хозяйка горы». Краткое содержание 9 и 10 серии. Роман больше времени стал проводить с Таней, пытаясь разузнать, где находится шкатулка с тумановскими украшениями. Аня бросает Романа и уезжает из Каменного. Тем временем Таню мучают страшные кошмары. Ей снится Василиска. 10 серия. 2017 год. Таня уже 2 года ищет шкатулку Тумановой. Она верит, что только так она сможет спасти мать. А Роман видит в Тане искупление своих грехов. Он делает ей предложение и дарит Тумановское кольцо. Аня знакомит своего сына Сергея с Кириллом и убеждает, что тот его настоящий отец. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.